Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Long Dark, в общем, да, как обычно, с тобою. Так, давай, наверное, сейчас поедим, что-нибудь попьем, что-нибудь покушаем, собственно говоря, так вкусненько. И, собственно говоря, погнали дальше, сейчас посмотрим, что у нас за бортом вообще. Потому что, помимо, за бортом была в прошлый раз у нас погодка не очень. А сейчас у нас что за бортом? Сейчас у нас за бортом, мне кажется, довольно тепло будет. Да, вообще замечательно. Так, уверенная поступь, наверное, давай мы нафиг убираем, потому что нафига она нам нужна, правильно? У нас, наверное, поломаются эти кошки наши, кедрени фини. Я не знаю, что у нас там дальше ждет в их сказках дальних земель. Вот, наверное, все-таки кошки нам будет правильнее на них непосредственно оставить, так или иначе. Вот, а мы, собственно говоря, да, покидаем с того пепельный каньон. Его, в общем-то, дорисовываем весь в этой части. Уже непосредственно, да, до конца. И дорисовываем, наверное, эту самую волчью гору нашу с тобою. И, в общем, наверное, будем собираться уже потихоньку отсюда. В общем, самые сложные локации у нас на этом столе выполнены. Именно в плане картографа, если что, я имею в виду. Так, минус волчара сразу. Второго сейчас, мне кажется, тоже надо будет завалить, чтобы он тут особо не выпендривался у нас. Сейчас он меня учует, я надеюсь. А чё, думаю, я шутить с тобой буду, а? Ну, серьезный, блин, какой, а? Так, давай, здесь у нас сейчас тоже откроется этот. Длинный обрыв, да. Вот мы сейчас с тобой тут зарисуем. Вот так вот. И еще одна тема. Это у нас непосредственно уже у водопада. То есть там вот, который у нас ближе к... получается... К логу рыболова. Вот там нам тоже нужен будет один триггер зарисовать. И, в принципе, на этом все. На этом у нас весь пепельный каньон полностью с тобой зарисован. С чем я тебя, в принципе, могу поздравить, естественно. Вот, проходим мы, да, я тебе напоминаю, на сталкере. На сталкере с персонализацией, то есть с отключенным регеном ХП. То есть регенить ХП мы можем, грубо говоря, только березовым чаем с тобою. Вот одна чашечка у нас с тобой есть, но я думаю, мы ее особо сильно пока что тратить не будем. Сколько у меня, кстати, этих самых гильз сейчас с собой? 23 гильзы. 23 гильзы — это довольно дофига. У нас, правда, еще ружье, блин, это покоцанное слегка. Это надо иметь в виду. Это значит, что оно у нас клинить может. Угу. Так, 20 патронов есть у нас тоже. Это тоже не сказать, что прям очень сильно много. Поэтому патрончики мы тоже давай с тобой, наверное, экономить все-таки. Много мы, конечно, да, с тобой медведей поубивали. Вот реально я очень много патронов, мне кажется, трачу непосредственно на медведей. Вот так, это такой обзор моей игры эти сделал, скажу, в общем, такие вот, в общем-то, выводы. Лично у меня по поводу, в принципе, да, ну, объективно реально, то есть я на них трачу где-то 3 пули. 3 патрона. Это, блин, это довольно много. Учитывая то, что, в принципе, медведя можно с одного патрона завалить. Так-то. Так, вот здесь мы, да, сейчас снизу подойдем. И мне кажется, у нас последняя, в общем-то, подлокация этой локации, в общем-то, будет открыта. Мы ее с тобой зарисуем. И вообще все будет классно. Так, вот здесь, наверное, еще можно взять этот... Ух ты, смотри-ка, здесь у нас что? Здесь у нас арахисовая паста, аж нифига себе. Конечно, наверное, поломанная, мне кажется, пипец. Давай покушаем. И потом потопаем уже отсюда.
прям во свояси. Так, знаешь, прям конкретно так с тобой потопаем. Так, древесный уголь берем. Мне кажется, этого угля нам, в принципе, хватит, чтобы еще волчью гору вообще зарисовать. До кучи. Так, по воде вода у нас есть. С водой у нас вообще все хорошо. Так, и вот, по-моему, где-то вот здесь вот она у нас сейчас стригерит. Да, широкий обрыв. Все, последняя у нас тут локация. Подлокация. Так, и, собственно говоря, смотрим сейчас. В общем-то, в принципе, да, у нас, по-моему, пепельный камин. Вес вообще должен быть открытый. Так, да, 20 из 20, отлично. Все, полностью мы пепельный каньон с тобой открыли в плане картографа. И все, можем отсюда, в принципе, топать. Опять же, повторюсь. Давай, что сейчас и делать. Сейчас мы, наверное, пойдем в Волчью гору, ее там, в общем, всю зарисуем. И потом уже, у нас реально довольно простые локации именно в плане картографа пойдут. Дальше уже, в принципе, просто будем кайфовать. Естественно. Так, на Волчьей горе, кстати, нам сколько там осталось? Там, по-моему, тоже там ерунда какая-то, если честно. Так, Волчья гора. 6 из 20. 14 получается, да, нам? 12. Ну, ладно, все равно там этого наберем. Угля. В принципе, это не страшно. Прям как-то ярко очень сильно у нас тут все. Не хочу сказать, что мне это прям не нравится. Значит, как-то прям уж очень сильно слишком ярко. Так, трупик. Трупик у нас, по-моему, где-то вот здесь вот, да, этот находится. Я его искал где-то там наверху, да? А у нас, по-моему, где-то вот здесь вот лежит, да? Так, ну да. Так, что у нас у трупика есть? Кроме перышка. Поношенные ботинки. Не, ерунда. Поношенные ботинки мне не нужны. С моей-то оленей этой обновкой, типа того. Скажем так, ботинки-то мне не нужны. Так, уходим. Зарисовываем, короче, Волчью гору, еще нашу. И потом уж, соответственно, потопаем домой.
Так, по поводу запаха вообще так, это запах у нас, блин, зараза есть. Давай, наверное, что-нибудь это вкусное такое съедим, что-нибудь там, что у нас там больше всего весит. Хотя, по-моему, у нас не только из-за этого же может быть, да, запах. Так, что у нас, наверное, волчара, да, больше всего у нас весят. Да, вот теперь запаха нет, отлично. Просто нам, наверное, все-таки на этой, на Волчьей горе надо будет стелсить. Знаешь, в какой-то степени. Вот, а для стелса нам, соответственно, запаха вообще не надо при себе иметь. Так, уголек. Нет, уголька тут нету, к сожалению. Я бы, честно, взял бы уголек с собой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, давай, да, покидаем тем временем нашу Волчью гору. Рисуем тут сразу же себе проход. Угу. Так, рюкзачок, что у тебя тоже пустой? Мне банка корм для собак, но это ерунда. Так, ущелье эхо. А я его, кстати, зарисовывал уже, да? Я его, похоже, зарисовывал уже. Фигово. Сейчас, наверное, надо будет искать, где у нас еще. Кстати, да, я же могу сделать, знаешь как, я сейчас могу точно. Я сейчас тут могу это все себе открыть. Точняк. Да, сейчас раскроем. Вот, точняк, и так будет проще. Так, смотри, система пещер. А, что я здесь еще не открыл себе? Два крыла. Блин, одно крыло у нас на вершине. Точняк, я про это крыло забыл. Блин, зараза, я забыл про крыло, прикинь.
Ладно, да, тогда еще сейчас на вершину сейчас это разок пройдемся. Ну, наверное, все остальное тут сначала сейчас зарисуем. Ой, потом уже, наверное, на вершину еще раз рванем. Да, два крыла я, блин, не зарисовал. Вот, блин, я... Да я вот думал, что я что-то, блин, забуду, зараза, блин. А я наверху что-то забыл, прикинь. То есть вот прям на самой верхотуре вообще вот Волчьей горы я реально взял и что-то забыл. Ну, у меня вообще просто прям слов нет, серьезно. Ну, одно, конечно, радует, то, что сейчас у нас уже есть этот альпинистский рюкзак улучшенный. И поэтому, мне кажется, этот поход, он у нас будет уже попроще слегка, если честно. Мне, по крайней мере, реально в это верить хочется. Еще у нас, кстати, да, по-моему, в этом... В домике альпиниста. Там у нас есть Михалыч. Нормально, справимся. Совсем вообще справимся, абсолютно. Я тебе это прям гарантирую. То, что мы совсем вообще справимся. Это, конечно, совсем не прикольно, то, что оно так получилось. Но что-то извини меня. Тут реально просто извини меня. Бывает же такое, а? Так, пещера Михалыча. Надо, правда, тут это тоже поаккуратнее быть, потому что он, может, это сам уже зареспавнился у нас обратно. Особо сильно не выпендриваться тут стараться. Так, восточную сторону зарисовали. Так, там у нас может быть лось, вот там вот у крыла, у одной части, грубо говоря, да, крыла. Все-таки надо быть реалистом так или иначе, потому что все-таки у самолета, вот именно у того, который, соответственно, да, не дельтапланы, если что. У них, в принципе, всегда одно крыло, то есть именно у пассажирских. Если что, если ты вдруг этого не знал, то, в принципе, теперь ты все это знаешь. Слегка так поумничал.
ну, как бы крыло это, я имею в виду то, что вот у него слева и справа, грубо говоря, да, именно от самолета типа того, это вот у него одно крыло. Некоторые, конечно, у него, да, бывает, конечно, два крыла, но это когда именно они сверху и снизу, типа, у него такие вот две вот эти, да, такие, типа, крыла, соответственно, да? Вот, это, кстати, тоже многие люди, в принципе, я думаю, что не знают. Хотя, я, конечно, в своих подписчиках уверен, абсолютно, полностью. Так, поэтому чуть-чуть поумничал, в принципе, и хватит. Так, давай, западная страна, отлично. Хотя мы тоже зарисовываем. Так, и сейчас смотрим, что у нас дальше еще осталось. Так, двигатель, погоди. Крылья-то, оно понятно, нам остались. Конечно, крылья-то я как бы... А, ну да, ну понятно. То есть система пещеры-то в этот, наверное, в черный камень как раз. Да, понятно. В принципе, все понятно. Сейчас мы здесь, наверное, да, все внизу сначала зарисуем тоже. Ну, как сказать, все. То есть эту хижину альпиниста тоже, кристальное озеро, да? А потом же, наверное... Наверное, может, даже в следующую часть уже полезем как раз опять на гору. На вершину, на эту. Будет там, блин, не ладно просто... Серьезно, вот, блин. Просто тупо реально забыл то, что оказывается, там еще надо крыло ведь или зарисовать. Так, оленя. Оленя я тут, по крайней мере, не вижу. Ну, в смысле, этого, который лось. Олень, который лось, нормально сказал, да? Зато я вижу тут волчар. Ладно, давай тогда. Беги сюда. Ну-ка. Первый пошел. Так, что тут лежит? Давай сейчас смотреть. Тогда повязки возьмем. Повязки отсюда сейчас все возьмем. Ну, такие себе контейнеры, если честно. Если честно, я здесь большего ожидал увидеть. Так, ладно, да, тогда на этой, на дохижину альпиниста. Гоу. Все-таки у нас бурень начинается.
Бой здесь, блин, Волчард, конечно. Я, конечно, да, понимаю, что это называется Волчья гора, между прочим, у нас. Насколько же здесь, блин, Волчара? И главное, блин, Волчара мне теперь вообще не страшны считать. То есть, да, меня тут они особо-то не обнимают даже вообще, смотри. Да, они что-то там пытаются мне сделать, да, но, блин, они... Я от них успешно очень отбиваюсь. Что я хочу сказать. Очень успешно. Вот медведи, да, блин, медведи это, блин, трындец. А волчары, такое. Так, это, наверное, все, давай потом, наверное, зарисуем. Сейчас надо, наверное, укрываться от этой, от метели, от бурения. Так, Потапыч у нас здесь, я надеюсь. Потапыч! Нет, Потапыч убежал. Куда-то у нас убежал Потапыч. Окей, будем иметь в виду. Будем иметь в виду, что где-то ходит Потапыч-зомби. Будем просто иметь это в виду. Примем это как факт с тобой, да? А, у нас уже даже весь... погоди, он готовый. Я вот понять не могу, он у нас готовый. Нет, он у нас не готовый, блин. Ну ладно, да, тогда его сейчас сделаем как раз. Так, о, набор для чистки, отлично. Давай закрывайся, рисуйся. Вот здесь вот прям, да. Так, еще и кристальный озеро зарисовал. Ну, тут красавчик прям. Так, давай кедровым разжигай. Да, наверное, вот с этим вот. Так быстрее просто. Так, уголек давай добавим. Так, и давай, короче, наверное, покушаем. Меня сейчас отравят, скорее всего, да? Мне кажется. Этими обедами, если с самолета, если их есть, они у меня все тут попорченные. Так, эх ты. Так, давай еще дровишку сюда кинем. Сделаем себе водички. Все, наверное, здесь оставим вообще, что нам не надо, чтобы у нас этого перевеса не было. И пойдем, блин, взбираться на Волчью гору. Да, еще кедровое сюда кинем. Нормально. Отлично. Так, давай. Пей. Сейчас ты, короче, спишь. Вообще прям на максимум высыпаешься. У нас где-нибудь, не знаю, часов, может, 8. Угу. Так, теперь. Так, пустая аптечка, ножовка. Ткань давай берем. Так, давай сейчас смотреть, что нам надо, что нам не надо. Так, нам не нужна вот эта штука. Нам не нужен нож. Нам не нужен еще один нож. Вот это давай мы сейчас, наверное, очистим. Вообще прям полностью с тобой. Чтобы 100% было.
Там опять бурень начинается. Ну ладно, это ерунда. Так, 100% отлично. Так, сюда давай положим наши заготовки для стрел все. Сюда же еще гильзы. Так, какое-то количество фаеров. Морские тоже нам нафига. О, наверное, книжки тоже не нужны. Угу. Я, наверное, как-то вот так, наверное, пойду на вершину. Сейчас, наверное, через все остальные тоже пройдем. Эти наши все, грубо говоря, триггеры, не триггеры, которые здесь у нас есть. Шасси и этот, и вход в эту, в Отравную долину мы, наверное, с собой на этом, на когда уже возвращаться будем, зарисуем. Вот сейчас нам надо опять добраться до вершины, зараза. Ну, правда, блин, вот зараза, блин, не мог напомнить, что ли, он мне, да? То, что... Дружище, тут у тебя еще есть крыло. Ты что его не зарисовал, а? Я не знаю, что он не напомнил. Волчар вообще трындец, конечно, на этой локации. Плюс к всему, волчары, вот я говорю, волчары. То есть, блин, они меня, блин, это завалить не могут. Знаешь, в чем прикол? Меня валят, не знаю. Ай, блин, я зря с собой ножовку не взял. Да, давай, наверное, возьмем с собой ножовку. Потому что там у нас будет еще один этот самый контейнер, точняк. Ну-ка. Да, блин, зараза. Тварь. Тварь такая. Я в тебя еще выстрелил же теперь. Ну, благо он это, он не... Он меня не сильно порвал. Патронов мало еще. Смотри. Сейчас надо реально очень экономно к ним относиться. Так, давай, наверное, еще поспим все-таки. Будем думать, что погодка у нас все-таки уляжется. День часик 3. Все-таки долго мы собирались. Очень долго мы именно собирались. Дальше топать. Так, погодка у нас, в принципе, по-моему, не утихает, да? Лучше не становится. Ну ладно, все равно пойдем. На, блин. Хотя сколько там? Минус 2? Да, нормально. 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 Мне кажется, нормально. Вполне себе нормально.
Орут они, блин. Ты гляди. Орут и орут, орут и орут, орут и орут просто. Так, здесь у нас, по-моему, просто тоже еще один, может быть, контейнер. Это грузовой. Я так смотрю по карте. И, по-моему, да, по-моему, я его вижу здесь на карте. Вот, может, конечно, в нем у нас больше патронов будет. Хотя, хотя тоже, по сути, это повезет, по сути, какой контейнер будет. Как бы от этого в основном зависит. Так, вот они у нас два оба. Давай, еще, кстати, здесь ножовка лежит. Можно было ее с собой, в принципе, не брать. Excellent. Так, с водой контейнер. Так, здесь ты у нас какой? Ага, и с едой контейнер. Да, и цыпленка одного возьмем. Так, ну и в тебе, давай, пожалуйста. Дай все патроны будут у нас. Нет. Нет. Зараза, нет, все патронов нет. Эх, ладно. Так, то у нас тоже пустой. Так, да, побежали, что ли, не знаю. Может, конечно, по пути. Здесь у нас тоже будет пещерка одна. Может, в ней у нас будут патроны. Потому что патрон у нас прям реально очень мало с тобой. Конечно, десяток есть. Даже, возможно, нам этого на путешествие полное хватит. Но нам потом в эту в бледную бухту идти-то не забывай. Поэтому как бы... Маловато. Маловато реально у нас патронов будет для бледной бухты. Очень маловато. Но все равно, я думаю, мы этот самый лук сделаем. По крайней мере, волков у нас он все равно уже ваншотит, я так понимаю, да? Нормально, нормально, что-нибудь придумаем, что-нибудь придумаем. Сигнальный, естественно, да, еще пистолет, естественно, с собой возьмем. В бледную бухту-то. И с сигнальным пистолетом их-то всем... Распугаем просто пипец как. Такой там суеты наведем. Так, вот вижу двигатель. Это значит, что здесь у нас недалеко есть пещерка. Еще у нас здесь есть этот пик Андре. Андре. Или как его там? Вон там он, по-моему, где-то. Опять у нас дерево поплыло, по-моему, да? Не. Это помнишь, это у нас на Отрадной долине было. Когда я там заметил то, что у нас дерево прям, ну,
мотает его как-то, текстуру его, в смысле. Это было прикольно, по-моему. Так, давай, наверное, еще мы вот ту пещерку, которая у нас ведет в черный камень, всю посмотрим. Потому что я, по-моему, в ней вообще не был никогда. Абсолютно никогда. Вот мне это реально будет интересно посмотреть, что там у нас в ней есть. Может, даже там будут патроны. Тоже этого, если честно, реально не исключаю. Чару, я даже его не увидел, если честно. Ну правильно, бойся меня. Разорались мне тут, видите ли. Видишь, какие. Так, ты у нас с одеждой. И, по-моему, это у нас он с медициной. По-моему, этот вот контейнер сейчас он у нас с медициной. Я, конечно, буду рад, если ошибусь. Нет, он у нас с едой. Но все равно. Один фиг не с патронами. Ладно, ладно, говорю, что-нибудь придумаем, что-нибудь придумаем. Во всяком случае, у нас еще револьвер есть. Револьвер у нас тоже не надо со счетов сбрасывать. Револьвер, он уже у нас тоже прокачанный вообще полностью. Револьвер, его тоже не надо недооценивать. Я думаю, справимся. Я думаю, справимся. Серьезно тебе говорю, думаю, справимся. Что-нибудь придумаем. Так, давай. Рисуй тут эту пещерку. Так, система пещер, да. Так, я тут, кстати, более-менее все вижу хорошо. Ну, конечно, до какого-то момента, я так понимаю, да? Ну, да. Так, в этой пещере, я тебе говорю, я в ней никогда не был. Поэтому мне реально интересно узнать, что здесь у нас такое лежит. Смотреть на это все, по крайней мере, да? Так, фэльшфлайер... И что, и все, что ли? Серьезно? А, нет, вот. я думал, все такое, одно это отступление с фэйшфайером и все. Нет, тут у нас есть еще проход.
Нормально так. Угу. Тут нас гляди. Тут у нас есть товарищ. Че, у товарища есть? Товарищ есть патрон для револьвера и все один. Так, сейчас, погоди, ненадолго отойду, правда?